Воу, Адам, это же тот самый птеродактиль из первой части приключения. Да ну не, тот покрупнее был. Это, наверное, его сын. На-ка, хлебни! Ага, да сейчас же, сам это пей. Пей, или дальше не пропущу. Вот же ж борзота. Ладно, была не была. Вай, призрак! Как я и говорил! Всем привет, друзья! Приключения несносного Адама продолжаются. В прошлых сериях мы помогли Адаму добраться до рая, где Ева оглушила его яблоком. Давайте же смотреть продолжение истории. А вот и Адам! Привет, дружище! Как поживаешь? Здорово! У меня все отлично! Не видно, что ли? А, так у тебя все хорошо? Ну, тогда пока! Эй, да погоди ты! Это шутка была! Надо сматываться отсюда! Это какая-то неправильная Ева! Ну что же, тогда давай аккуратненько откроем замок, пока Ева спит. Все, Адам, убегай! Или ты передумал? Еще чего? Я погнал! Ох, там внизу колья! Так, хватайся за кольцо и спускайся по веревке! Да сейчас же! Я же не удержусь! Эй, не боись! Спускайся, а внизу сможешь перекусить. Например, грушей. Упс, упала. Ну, тогда слива есть. Да что ж такое? Но еще есть яблоко. Спускайся, и оно твое. Эй, птица, а ну стой! Ой, да ладно! Все равно это было какое-то подозрительное яблоко. Раз оно росло на елке, да еще и вместе с грушей и сливой. Это да! Слушай, ну, раз ты не хочешь спускаться, потому что боишься, что не удержишься, вот, возьми палку, так удержишься. О, это же другое дело! Иха! Так-так-так, здесь нам мешают пройти ворота. Ворота у нас держит камень. А мы его скинем. Чё? Застряла? А ты молоточком постучи, на котором динозавр сидит. Не-а, не достать. Нужно, чтобы динозаврик сдвинулся. Еда! Эй, зеленый, давай так. Мы тебе поможем мясо достать, а ты на молоток. Договорились? Дя-дя-дя. Отлично. Держи тогда миску. Во, теперь пройдем. Выбиваем молотком палку. Скидываем камень. И путь свободен. Кстати, это... Я тут еду увидел и... Вопросик придумал для зрителей. А ну-ка, друзья, а напишите в комментариях, смотрите ли вы что-нибудь во время еды или нет. Ну, или наоборот, едите ли вы во время просмотра видео или нет. О как, ну давай узнаем. Друзья, пишите в комментариях слово «да» или цифру 1, если вы чаще смотрите какие-то видео во время еды. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если просто едите, а видео смотрите отдельно. В следующей серии узнаем, кого среди вас больше. Текс, ну что у нас тут на уровне, Адам? Вход в пещеру, только он закрыт каменюкой. Вообще непонятно, что делать. Эй, попугай, ты не знаешь, что тут делать? Еда! Да ё-моё, и этому еда нужна. Я бы и сам чего-нибудь поел. Ну его, сами справимся. Не-а, похоже, самим не справиться. Давай поищем, чем можно покормить птицу. Да ничего тут нету. Ну так-то да. А хотя погоди, вон сверху двери что-то есть. Похоже на зерно. Ох, ничего себе ты заметил. Точнее это, ну да, я тоже заметил. Опа-на, попугай дал подсказку. Ну-ка еще раз. Куст! Камень! Куст! И что это значит? Видать, надо тыкнуть на куст. Камень и куст. Ну-кась.
здесь что-то есть. И здесь. И тут тоже. Попробуем теперь крутнуть колесо. Супер! Вход в пещеру открыт. Зырь, сколько тут летучих мышей! Еще и разноцветные все! Здорово, крылатые! Эй, куда это коричневый улетел? А ну-ка еще раз проверим мышей. Да не, остальные не улетают. Так, а снизу что за трубы? Оу, коричневая убралась. Это неспроста. Коричневая мышь, коричневая труба. Ага, и в правом углу, смотри, нарисована мышь и труба. Ну-ка, ну-ка. Это была фиолетовая мышь. Ну-ка, жмем на фиолетовую трубу. Следующая у нас мышь голубого цвета. И первая труба. Ага, сработало! Ну, теперь-то пройдем это место как с куста. И осталась последняя мышь. Все, дружище, проходи дальше. Ох, ё-моё, чё-то тут много всего. Ага, поэтому давай проходить постепенно. Итак, прям под тобой шипы. Смотри-ка, судя по всему, их можно убрать. Но что-то им мешается. А вон, там под лестницей какой-то камень. Может, его вытащить? Лестница опустится и шипы задвинутся. Да чё-то не вытаскивается. А что за люк внизу? Во, кати туда камень. И правда лестница спустилась. Только шипы на месте остались. Во дела! Слушай, дружище, а что это под шипами справа торчит? Кнопка какая-то. Опачки! Так вот, что мешало шипы убрать. Я так и знал. Ага, знал он. А чего не сказал тогда? Да я это... тебя проверял. Сможешь догадаться или нет? Вот, Брунишка. Ладно, Адам, путь у нас свободен. Проходи. Воу, Адам, это же тот самый птеродактиль из первой части приключения. Да ну не, тот покрупнее был. Это, наверное, его сын. Но пропускать он тебя тоже не хочет. Надо бы его шугануть. Как бы только до него добраться. А ну-ка, что за бревна внизу? О, смотри, так это мост. Сейчас мы его восстановим. Ну все, проходи. Сам проходи. Там птеродактиль впереди. Ну его, еще нападет на меня. Чем бы его испугать? Или отвлечь? А вон, внизу кость. Эй, птеродактиль, держи вкусняшку. Ха-ха, сработало, и мы можем проходить дальше. Эй, чего остановились? Так не пройти, впереди столбы. А дудку зачем взял? Так а чё ещё делать? Аргумент. Так, а почему столбы не убираются-то? А, под ними гнёзда птиц. Эй, птицы, кыш. Так, их не выгнать. Эй, пернатые, вон там сверху зёрна. Ага, так они сразу и полетели, там же змея. А, может, в корзине рядом тоже зерна есть? Не-а, пусто. Ну, тогда и правда остается только на дудке сыгрануть. Подумать, как пройти. Ха-ха, смотри, Адам, ты когда начал играть, змея заползла в корзину. Опачки, я великий укротитель змей. Ты еще скажи, что ты так и хотел. Само собой. Эй, птицы, налетайте на зерно, угощайтесь. Во, супер, теперь можно убирать мешающие столбы. Проходи, Адам. А это еще что за шаман? Чё-то ему от меня нужно. Тю ты, все же просто, ему нужны ингредиенты для зелья. Глаз, мышь, листья и гриб. Чё-то многовато он хочет. Может, ему еще и десяток яиц нужен?
Да, вроде нет. О, кстати, а мы же в прошлой серии вопросик задавали про яйца. Спрашивали, какие больше нравятся ребятам, жареные или вареные. И чё? Какие нравятся больше? Да, ты знаешь, примерно поровну. А многим нравятся и те, и другие. Ну, чуть-чуть больше голосов было за жареные. Ну, понял. Я бы тоже сейчас навернул. Хоть жареных, хоть вареных. Но нам нужно помочь шаману. Ну так давай поможем. Глаз я вижу. Он в правом черепке. Хорошо. Теперь давай поищем мышь. Мышь, я, кажись, тоже знаю где. Внизу под камнем. Мыши любят прятаться в земле. Опа-на, и правда здесь. Теперь нужны листья. А вот с этим будет посложнее. В смысле посложнее? Они же прям за тобой висят. Тю ты, точняк. И что осталось? Ага, гриб. Давай искать. Чё-то я его нигде не вижу. У меня в палатке, кажется, был один. Эй, шаманище, чего ж ты сразу не сказал? А гриб и правда здесь. На-ка, хлебни! Ага, да сейчас же, сам это пей. Пей, или дальше не пропущу. Вот же ж борзота. Ладно, была не была. Вау! Эй, Адам, что с тобой? Все великолепно. Ты посмотри, какие звезды красивые. О, дружище, а зелье-то действует. Эй, там на небе звезды соединяются. Я один это вижу. Я тоже это вижу. Какая-то фигура получается. И что это? Похоже на привидение. Да ну, по-моему, это скорее огонек, перевернутый. Наверняка это какая-то подсказка. Ну, если это огонек, значит нужно огонь разжечь. Вон как раз сзади тебя дровишки. Во! Я же говорил, что это рисунок огня. Вай, призрак! Как я и говорил. О, я смотрю, действие зелья прошло. Агась, странное было состояние. Прикинь, я видел призрака. Не может же такого быть? Ну, конечно, не может. То тебе показалось. Фух. Ладно, давай дальше проходить. Не, слушай, я, кажись, еще не полностью отошел от зелья. Давай подождем, пока полностью выветрится. Ну хорошо, тогда давай на сегодня закончим, а продолжим в следующей серии. Договорились. Тогда пока. Пока, Ребзя. До встречи в следующей серии. Пока, Адам. Пока-пока, друзья. До встречи на канале Игрули ТВ.